Полмиллиона пасхальных куличей испекут для нижегородцев в крупнейшем хлебопекарном холдинге региона «Сормовский хлеб» и «Дзержинск хлеб». По доброй многолетней традиции настоятель храма осветил производство, сырье и благословил работников, открыв производство куличей по всему региону. Впереди великий праздник Святой Пасхи, и традиционно в этот день Святая Православная Церковь освящает пасхальную снедь. И вот сегодня на этом производстве все сотрудники получили благословение от нашей епархии, от Русской Православной Церкви. Мы сегодня возносили свои молитвы, чтобы Господь благословил их на труд. На протяжении этой недели, предпасхальной, они будут усиленно трудиться. И я думаю, что то благословение Божие, которое они сегодня получили, поможет им в этом. Освящение производства сормовских и дзержинских куличей стало уже доброй традицией. А ведь куличи здесь пекутся самые разные, от небольших 100-граммовых до семейных весом 500 граммов. Полюбились нижегородцам и эксклюзивные виды – творожные, купеческие, с клюквой, курагой, цукатами и грецкими орехами. А также новинка – 3 небольших куличика в подарочной коробке. Любимым пасхальным лакомством стала и пасха творожная с изюмом. За качество нашей продукции можно не беспокоиться, потому что санитарные правила и нормы мы выполняем всегда, а в данный момент санитарные правила у нас еще более усилены. В обязательном порядке все наши сотрудники ходят в санитарной одежде, соблюдают безопасные расстояния, обязательно одевают перчатки, маски. Имеется необходимое количество дезинфицирующих средств. И обязательно, если вы видели, перед входом на предприятие проводится дезинфекция и термометрия. Поэтому за качество продукции можно не беспокоиться. Вкусные пасхальные лакомства уже освящены, и те, кто не сможет посетить церковь в эти дни, могут быть уверены, что выбрали освященный кулич. Это крайне важно в этот непростой эпидемиологический период. С наступающим праздником Светлой Пасхи! Екатерина Васильева, Алексей Калякин. Время новостей.